Здравствуйте, друзья! С вами Александр Пчела. И сегодня я хочу представить вам уникальный нуклеус, сделанный своими руками, который не только поможет вам вывести качественных маток на своей пасеке, но и получить товарную продукцию пчеловодства. Его можно также использовать для сохранения маток зимой. Изготовление нуклеуса не требует дорогих материалов. В нем используются подручные материалы, которые всегда есть в мастерской пчеловода. В то время, когда я с ним познакомился, информация о зимовке нуклеуса на улице еще не было. А рассказ о том, что он получает от него флягу меда, меня откровенно шокировал. Подобную информацию о его размерах и работе с ним можно узнать на моем блоге.